В эфире самое историческое среди высоковольтных и самое высоковольтное среди исторических рубрик программы «Галилео», которая называется «Эксперименты». То, что она высоковольтная, для вас уже не секрет. Мы действительно работаем с высоким напряжением до тех пор, пока на языке не появится приятный хруст языка. Ну а почему она историческая? Дело в том, что в народе поговаривают, что когда Тунгусский метеорит взорвался в Сибири 100 лет назад, на самом деле это якобы знаменитый физик Николай Тесла в этот день проводил опыт по передаче энергии по воздуху. Или, как говорим мы, физики, баловался с Wi-Fi. Собственно, в чем суть? Да, действительно, был такой физик Николай Тесла, который создал трансформатор Тесла, который способен создавать высокочастотное электромагнитное излучение. Это высокочастотное электромагнитное излучение передается в пространство и в себе несет энергию. Собственно говоря, эту энергию можно брать в любом месте этого пространства, главное было бы чем. Ну, например, вот такой обыкновенной лампой размера XL, которая в себе содержит газ. Этот газ, когда попадет в электромагнитное поле, начнет светиться. Давайте же убедимся в том, что этого электромагнитного поля, которое создает трансформатор Тесла, достаточно для того, чтобы зажечь эту лампу. Итак, алле-оп! И лампа светится. Более того, друзья, она светится, не касаясь проводников никаких. То есть, по сути дела, она светится в воздухе. Но мы с вами понимаем, да, что она светится не просто в воздухе, а она светится в высокочастотном электромагнитном поле, которое создает этот замечательный трансформатор Тесла. Ну, попробуем то же самое проделать с лампой XXL, мой любимый размер. Убедимся, что законы физики не меняются в зависимости от размера ламп. Оп, зажглась лампа. И мы с вами видим, что вне зависимости от размера лампы, попади такая лампа в мощное электромагнитное высокочастотное излучение, она начинает светиться. Ну что ж, друзья, а теперь главный вопрос нашей передачи. Зачем, собственно, это все? Как вы знаете, наша страна двигается в направлении модернизации, и мы тоже, как программа «Галилео», не стоим на месте. Мы решили объединить две технологии. Первая — это энергосберегающая лампа, и вторая технология — это беспроводная связь. Поясню. Значит, вы у себя на даче ставите вот такой вот трансформатор Тесла в ближайшем от вас сортире. Да, подключаете его к электричеству, и он у вас спокойненько там работает. Кстати, потребляет не так много энергии. Дальше вы берете обыкновенную энергосберегающую лампу, главное, чтобы она была газосодержащей, вкручиваете себе в любое место и спокойно идете в туалет. Там, в туалете, лампа начинает встречаться с электромагнитным полем, который излучает трансформатор Тесла, и светится. Таким образом, у вас лампочка получилась беспроводная. Как идея? Подошли ночью, у вас вкручена лампа куда-нибудь в голову, и раз, и она светится. Во-первых, соседи в психушку отправляются, а во-вторых, вы пользуетесь самыми передовыми технологиями программы «Галилео».